Предлагаю пожарить вкусные и пикантные куриные шейк-пиво на сковороде. Оригинальная закуска понравится всем без исключения. Куриные шейк-пиво можно приготовить с различными специями и соусами. Я использовала для этого чеснок, томатный и соевый соус. Также я взяла паприку, немного соли и черного перца. Закуска к пиву получается очень вкусной. Куриные шеи – 300 грамм. Чеснок – 2-3 зубчиков. Томатный соус – 1 столовая ложка или кетчуп. Соевый соус – 1-2 столовые ложек. Масло растительное – 1 столовая ложка. Соль – по вкусу. Черный перец – по вкусу. Паприка – по вкусу. Количество порций – 2-3. Подготовьте все ингредиенты. Куриные шеи промойте и просушите на бумажных полотенцах. Разрежьте куриные шеи на 2 примерно равные части, чтобы блюдо получилось порционным и его было удобнее есть. Добавьте специи по вкусу и перемешайте. Разогрейте масло на сковороде на среднем огне и выложите куриные шеи. Обжаривайте куриные шеи в течение 10-15 минут, переворачивайте, чтобы образовалась румяная корочка. Смешайте соевый соус, томатный соус и выдавите чеснок. Перемешайте. Смажьте мясо соусом, перемешайте и томите на небольшом огне еще 5 минут. Готовую закуску можно подавать к столу в горячем и холодном виде. Приятного аппетита!